стоят наши ребятишки. Представьте себе, что еще несколько лет назад они боролись за свою жизнь. А сейчас они побегут свой детский марафон наравне со всеми детьми. Я думаю, что даже никто не отличит, кто из них когда-то болел, а кто-то нет. И сегодня мы помогаем одному из наших мальчишек, одному из наших подопечных, это Лене Орлову. Ему 15 лет, и так случилось, что несколько лет назад в результате болезни у него была ампутирована нога. Ему нашли ту фирму, которая изготавливает хорошие качественные протезы, в которых можно не только ходить, но и, представьте себе, бегать. Но цена этого протеза стоит 450 тысяч. Это мечта. Мечта ребенка просто ходить, просто бегать, просто выйти из дома без костылей и просто, наверное, не отвечать на вопросы маленьких детей. Мальчик, как куда-то дел ногу. Этого марафона. И те люди, которые нас услышат, помогут этому мальчишке. И на следующий год мы обязательно побежим. И Леня побежит тоже в первых рядах.